Вы смотрите видео об отеле Sunrise Resort Fangan. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Sunrise Resort Fangan расположен в стране Таиланд в регионе Самуи и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Расстояние до аэропорта. Отель находится в 92 километрах к северу от международного аэропорта Пхукета и в 811 километрах от международного аэропорта Бангкока. На территории отеля имеется прачечная платно, TV-рум, банкомат, есть. Комментарии, отель принимает некоторые кредитные карты. Парковка платно. В номерах есть. Количество номеров, 56. Номера для людей с ограниченными возможностями, нет. Номерной фонд отеля состоит из стандарт-рум. Максимум гостей, 3. Сплит-кондиционер. Фен бесплатно. Мини-бар платно. Телевизор. Сейф бесплатно. Балкон. Не предоставляются или отсутствуют, телефон. Уборка в номере, есть. Смена белья, есть. Покрытие пола, цемент. Вид из номера, на бассейн, на здание. 38 номеров. 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати. Электронный сейф. Superior Room. Максимум гостей, 3. 16 номеров. Площадь 28 квадратных метров. Однокомнатный номер. В некоторых номерах есть балкон. Вид на сад. 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати. Дополнительное спальное место, раскладушка. Покрытие пола, цемент. Индивидуальный кондиционер. Электронный сейф, бесплатно. ТВ русских каналов нет. Телефона нет. Интернет бесплатно. Рум-сервис нет. Мини-бар платно. Душ, фен. Уборка номера, ежедневно. Смена белья, один раз в неделю. Deluxe Family Room. Максимум гостей 4. 4 номера. Площадь 48 квадратных метров. Балкон. Вид на здание, частичный вид на море. 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати. Дополнительное спальное место, раскладушка. Покрытие пола, цемент. Индивидуальный кондиционер. Электронный сейф, бесплатно. ТВ русских каналов нет. Телефона нет. Интернет бесплатно. Рум-сервис нет. Мини-бар платно. Душ, фен. Уборка номера, ежедневно. Смена белья, один раз в неделю. Тайхаус Вилла Бичфронт. Максимум гостей, 3. 4 номера. Площадь 28 квадратных метров. Однокомнатный номер. Балкон. Вид на море. 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати. Дополнительное спальное место, раскладушка. Покрытие пола, дерево. Индивидуальный кондиционер. Электронный сейф, бесплатно. ТВ русских каналов нет. Телефона нет. Интернет бесплатно. Рум-сервис нет. Мини-бар платно. Ванна с функцией джакузи. Фен. Уборка номера, ежедневно. Смена белья, один раз в неделю. Номеры расположены в виллах. Outside Standard Room. Максимум гостей, 3. 10 номеров. Площадь 24 квадратных метра. Однокомнатный номер. Балкона нет. Вид на улицу. 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати. Дополнительное спальное место, раскладушка. Покрытие пола, цемент. Индивидуальный кондиционер. Электронный сейф, бесплатно. ТВ русских каналов нет. Телефона нет. Интернет бесплатно. Рум-сервис нет. Мини-бар платно. Душ, фен. Уборка номера, ежедневно. Смена белья, один раз в неделю. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть. Wi-Fi платно. Открытый бассейн. Джакузи платно. Не предоставляются или отсутствуют тренажерный зал. Для детей есть. Бассейн. Не предоставляются или отсутствуют детские стульчики в ресторане. Игровая площадка. Полотенце платно. Шезлонги платно. Матрасы платно. Не предоставляются или отсутствуют зонтики. Территория пляжа, собственный пляж. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.